Американская валюта продолжает расти в цене. Сегодня на казахстанской фондовой бирже курс закрепился на отметке почти 395 тенге за доллар. И это новый рекорд. А вот в обменниках наблюдается другая картина. Там курс зеленого упал на 1 тенге по сравнению со вчерашним днем и продается максимум за 397. Вместе с национальной валютой снижается и стоимость нефти. Буквально утром наблюдалась тенденция к росту. Баррель продавали по 38 долларов, но уже к вечеру он подешевел до 36. За весь день на казахстанской фондовой бирже объем купли-продажи американской валюты превысил 228 миллионов. Это меньше показателей за вчерашний день. Тогда организаторы торгов зафиксировали невероятный объем – полмиллиарда долларов. Объем торгов составил 505 миллионов, но это много. То есть последний раз такие объемы были, по-моему, август 2014 года. Скажите, пожалуйста, из 530 миллионов, да, сколько продавано в банках? Вы сказали, вчера в основном в Украине продавали. Мы не можем разглашать, к сожалению, позицию любого участника торгов. Это конфиденциальная информация.